Да, тишина, блядь. Петь. Ну ладно, что ж, споем. Так что вот, да, ненормальный. 11, поехали. Ненормальный. Что такое норм? Что такое понятие нормального? О, какая тема. То, что заложено в тебе культуру. Общество. И, а зачем, за кем идет общество вообще? Ну, оно же за кем-то идет, да, казалось бы. Оно как-то развивается. То есть, ну, получается, там, один мыслитель, допустим, ну, там, следующий мыслитель, там, исходя из его теории, там, предыдущего мыслителя. Там, ну, как бы, в общем, были мыслители всегда. Были, блядь, мыслители до нашей эры. Величайшие люди просто. Сократ, я не знаю. Геродот. Архимед, Гиппократ. Еще в Греции, да, такие, в общем, ребята были наиумнейшие, честное слово, мыслители те еще. И иногда, как бы, да, человечеству приходилось просто копнуть, так сказать, историю, ну, научиться читать и взять просто и, блядь, и почитать, и понять, что же, ну, например, как бы, блядь, что из себя представляет. А там столько всего интересного написано, да. Что-то оттуда, что-то отсюда, что-то отсюда, что-то отсюда, что-то отсюда. Сложил свое мнение. Стал сам мыслителем. Стал это нести в массу. Люди потянулись за мной. Так бывает. Паспорт, серия, номер, фамилия, имя, отчество, чтобы, ну, у каждого человека, да, там, как-то, вот, ну, характеризовать, держать, под каким-то определенным, то есть, ну, статистика должна быть, то есть, ну, это, опять же, мы живем в обществе, вот это, ну, никуда не деться, да, я думаю, ну, не все, ну, не все, да, ну, в конце-таки концов. Зачем-то, почему-то, для чего-то, каждому объяснение, в общем, просто, блядь, познавательную информацию в массы. Интернет превратился, блядь, в соцсети. Здравствуйте. Получите, распишите, блядь. У меня нет соцсетей. Норма. Нет. Что такое норма? Хороший вопрос. Среди, блядь, тон. Субъективная оценка. Познавательнейшая информация. Этот нормальный, этот ненормальный. Нихуя. Ну, много просто людей, ну, и я в том числе, блядь, ну, без греха, как бы, да? Да, конечно. Что же мы все делаем? Тем, что, в общем, тратим свое время не самыми полезными способами. Спасибо.